Huawei Honor 5C. Покажу на нем разблокировку ФРП аккаунта Google своего. Я ввел сейчас туда свою учетную запись и не вышел. Сделаю сброс настроек. Чтобы после сброса не срабатывал ФРП блокировка, то нужно меню настройки аккаунта, выбрать гугловскую учетную запись в правом верхнем углу кнопки с тремя точками, удалить аккаунт. То же самое надо сделать с Huawei ID, там же в аккаунтах. Я сейчас покажу, как попасть в рекавери. Питание плюс зажимаем, экран загорится, питание бросит, плюс держим. Вот я сейчас это показал. Питание бросил, плюс держал, пока не появится вот это меню. Wipe Data Factory Reset, Wipe Data Factory Reset. Телефон должен быть заряженный. Я сейчас на нем сделаю сброс. Hard Reset я просто в отдельном видео показывал. Там на канале есть плейлист Huawei. Там можете найти это видео здесь по-быстрому. Вот. И на своем телефоне. На чужом аппарате это делать нельзя. Найденные, краденные и так далее – это уголовно наказуемые деяния. Исключительно со своим телефоном, со своей учетной записью. Ждем, он закончит сделать сброс, и я вам покажу, как снять на нем блокировку. Для снятия блокировки вашей учетной записи, если вдруг вы забыли, а я в своем случае как бы поставил пин-код, сделал сброс, он у меня сейчас словит блокировку, у меня не работает, так сказать, дырка в системе безопасности, через которую, через языки, когда зажимаешь пробел, нажимаешь больше языков, и не работает способ, когда на свайп-клавиатуру, на настройку свайп-клавиатуры долго держишь, там вылазит меню, и через меню можно попасть в Chrome, сделать там, скачать пару файлов и все разблокировать. Тоже свайп тоже не работает, эту дырку безопасности тоже закрыли. Вот. И для разблокировки вам понадобится, в моем случае, Yahoo учетная запись. То есть обычная почта Yahoo. Можете попробовать с другой, но как бы вот я делаю с ней. И понадобится скачать какой-то лаунчер. Можно попробовать через встроенный файловый менеджер зайти в телефон и установить приложение. Но я скачаю прям с официального сайта, там, новый лаунчер, например. В оригинале я видел английскую инструкцию на ABC-канале по разблокировке. Это же там популярный канал, можно сказать, англоязычный. Там Go лаунчер использовали. Но я думаю, что не принципиально, я попробую с новым лаунчером. Сделал сброс, reboot System Now, он пойдет перезагружаться, дольше обычного он будет включаться, включится чистый. Если знаете свою учетную запись после перезагрузки или вышли из нее, как я вам говорил ранее, то просто вводите ее, либо просто пропускаете, настраиваете и пользуетесь. Ну а мы специально, я специально свою учетную запись оставил, чтобы показать вам разблокировку. Сейчас подождем, он загрузится. Включается, выбираем ему язык, принимаем соглашение все, либо не принимаем все. Наша задача сейчас дойти до момента, когда он нас просит старую учетную запись. Так, Wi-Fi. Обязательно подключаемся к своему Wi-Fi. Так, подключился он к своему Wi-Fi, он перекинул назад. Я даже дальше не пойду, потому что не хочу... А, нет, мне выбора нету. Придется перезагружаться. Я подключился к своему Wi-Fi, жму перезагрузку. После перезагрузки продолжу, потому что мне нужен первое окно, где он просит позвонить куда-то. И еще обязательно нужно поставить сим-карту. Я поставил сюда свою билайнскую сим-карту. Перезагружается. Опять дает выбор языка. Мы нажимаем экстренный вызов. Звездочка-решетка. Звездочка-решетка 6130. Решетка-звездочка-решетка-звездочка. Так, информация о телефоне. У меня вторая сим-карта, у вас может быть первая. Дальше кнопка с тремя точками. Оп, посмотреть адресную книгу на сим-карте. Назад выходим, попадаем в контакты. Жмем добавить, телефон. Имя пишем любое. Так, ищем домашний, где адрес электронной почты. Сюда вбиваем... Ну, тоже, без разницы, что. Соглашаемся, нажимаем на почту Gmail, только сейчас, пропустить, добавить адрес электронной почты, Yahoo, и вбиваем сюда свою учетную запись, Yahoo, ну, она отдельно у меня заведена, я пользуюсь почтой. Вы, если нет, создаете к номеру телефона, привязываете, и все, и пароль от нее. Принять. Здесь моя почта, я ее немножко замажу. Следующий. Аккаунт добавлен, следующий. Видим здесь свою учетную запись. Перейти в Gmail. В поле текста сообщения вбиваем, ну, любой текст, пофигу. Выделяем его. Кнопка с тремя точками. Показывать подсказки. Ждем Google Now. Google Now включился. Назад выходим. Тут можно, по идее, тут можно запустить слово «файлы», вставить флешку с программой и с флешки запуститься. Но мы пойдем через Chrome. Chrome.
продолжить, пропустить. И в строку пишем лаунчер, адрес лаунчера. В оригинале был go лаунчер, а мы будем ново лаунчер. Я думаю, что без разницы. Наша задача скачать АПК. Почему не хочу go лаунчер? Потому что с официального сайта нельзя скачать сразу АПК-шный файл. Нужно какие-то костыли придумывать. novolauncher.com, переходим по нему. Так, назад. Это все отмена. Не download now, а direct download АПК. То есть мы сразу скачаем АПК файл. Обновить разрешение. Разрешить. Окей. Ждем, пока он загрузится. А вот с Go Launcher у меня такой фокус не прошел. Там что-то скачать АПК файл, нужно какие-то зеркала искать. Вместе с этим можно какую-нибудь заразу схватить. Антивируса здесь явно нету. Один раз мне пришлось, прям окна вылазили, я их закрыть не мог. Пришлось опять hard reset делать и все заново начинать. Так, открыть. Настройки. Неизвестные, окей. Не получится снова, будем с Go Launcher пробовать. Назад выходим. Опять заменить, ждем опять загрузится. Он с первого раза просто не включается, он раз, наверное, со второго, с третьего включится. Ну-ка еще раз. Директ download АПК, что-то долго он грузится. А, вот, открыть. Долго просто грузился. Опять установить, пофигу, поверх. Принять. Несколько раз установить придется, повторяю. Открыть. Опа, все отлично. Далее, 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 далее. Но сейчас опять он, мне кажется, меня швырнет назад. Да, опять. Опять скачать директ download, заменить файл. Ждем, сейчас мы его опять установим и опять откроем. Неизвестные источники мы включили, чтобы установить программу. Чуть подождем. Открыть. Установить. Открыть. И попадаем на рабочий стол, идем в настройки. Я немножко тороплюсь, потому что есть уже ряд аппаратов, которые надо следом делать. Настройки. По идее, можно сброс сразу сделать. По идее, не знаю, про канал это или нет, в оригинале про канала. Но мы пойдем о телефоне, на номере сборки нажмем там 7 или 10 раз, вы стали разработчиком. Назад выйдем, есть пункт у нас для разработчиков. И включим заводская разблокировка устройства. Включить. Выходим назад, зайдем сейчас в аккаунты. И так как мы включили заводскую разблокировку, мы просто сейчас его бахнем. Можно удалить, если вы вводили гугловский. Можно не удалять, Yahoo, он после сброса 100% удалится. Расширенные настройки. Выбираем восстановление и сброс. Восстановление заводских настроек. Видим здесь нашу учетную запись. Сбросить настройки телефона. Нажимаем сброс настроек телефона. То есть везде далее-далее. Сбросить настройки телефона. Ждем, он опять же будет там минут 10-15 включаться. Включится чистый. Дождемся, включим и проверим. Получили выбор языка. Жмем далее принять. Принять. Это я ничего не принимаю. Потому что потом буду настраивать уже по-нормальному. Пропускаю свой Wi-Fi, он мне не нужен. Оп, ну уже я вижу, что он уже дает мне пропустить. Так, отсюда дрянь тоже надо поубирать. Дойдем до рабочего стола. Я вам покажу, что все работает. И на этом закончим. Начать. Оп. Все, чистый телефон. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал.